Гимназия номер 3. Мы спасли 115 ежей. Ученики Ивановской гимназии номер 3 не остались в стороне от общероссийского экологического фестиваля «Зеленая Россия». Юные корреспонденты школьной газеты «Отражение» решили провести свою акцию «Сдай батарейку, получи плюс один к карме». Как только я узнала об акции «Плюс один к карме», я сразу же захотела принять в ней участие и привлечь как можно больше народу. Я пришла в свой класс и объявила о том, что нужны батарейки. Было много откликнувшихся. Они сразу принесли такие большие пакеты батареек. Каждый подошел со словами «Держи, я хочу спасти природу». В итоге мы эти батарейки вместе скомпоновали и отдали в редакцию нашей газеты. Оказалось, что не все гимназисты знали о том, насколько опасны использованные батарейки. Их нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором, так как они содержат опасные вещества, тяжелые металлы, в том числе особо токсичные – ртуть и кадмий. Некоторые батарейки мы нашли на детских площадках. Это очень плохо, потому что батарейки загрязняют почву земли. И если ребенок возьмет руки батарейки, он может заболеть. Еще меньше ребята представляли, какое доброе дело они делают. Ведь всего одна батарейка, выброшенная в мусорное ведро, способна загрязнить около 20 квадратных метров земли или 400 литров воды. Мы собрали 115 батареек. Это почти 3 килограмма. Только представьте, это 115 спасенных ежей, 230 деревьев и 1000 червей. Все собранные батарейки ребята дружно отнесли в магазин, который принимает их на утилизацию. Использованные батарейки теперь не нанесут вред окружающей среде, а будут отправлены в Челябинск и переработаны должным образом. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.